В регионе стартовала основная волна единых госэкзаменов. Сдавать ЕГЭ будут более 270 выпускников, в том числе и прошлых лет. Сегодня написали так называемые предметы по выбору, географию и литературу. Первое тестирование по обязательным предметам пройдет уже в этот четверг, 28 мая. Это русский язык, экзамен по математике, еще один обязательный. В этом году поделили на две части. Базовый уровень, который необходим для получения аттестата, и профильный для тех, кто поступает в вузы, и эта дисциплина основная. Они назначены на 1 и 4 июня соответственно. Это не единственное нововведение. В испытаниях по иностранному языку появился раздел говорения. Устная часть дается по желанию. Что касается сегодняшних испытаний, то экзамен в регионе написали всего примерно 60 человек. В Нарьян-Маре за парту сели в первой школе. На выполнение работ организаторы ЕГЭ отвели 3 часа 55 минут. Трудно, тяжело, всю ночь не спала. Все, сдавала литературу, готовилась вчера вечером, читала прям допоздна. И всю ночь снились какие-то фамилии, не знаю, какие-то персонажи, герои. В общем, мне кажется, все в кашу. Контроль строгий? Да. Даже еду с собой не разрешили взять.